дорогие мои коллеги, я смею так говорить, потому что литература и библиотека женского рода, а поэзия тем более близка библиотекам. Это стихотворение я в свое время посвятил своему хорошему другу, библиотекарю Автограда Александре Владимировне Кишкурно. Но это относится ко всем библиотекам. Библиотекарь, как аптекарь, пришла обида ли потехаль, тома на полках вороша, повыше точность рецепту, без промедления вносит лепту, чтобы ожила моя душа. Библиотекарь, словно пекарь, над ним тревога ли опекарь, на стол мой книгу положа, отменным почтит обедом, чтоб голод мыслей был неведом, и счастьем полнилась душа. Читальный зал. В читальном зале гулкий шелест, ладонь широкую слетелись, пожалуй, стаи добрых птиц, не голодающие сами, шевелят медленно крылами неувядающих страниц. Иные пусть покрыты крылья букинистической пылью, их цвет с годами потускнел, со всех по смыслу одинаков исходит опыт тайных знаков из давних мыслей, чувств и дел. Библейское. Библиотеки суть библейская, в ней восстает душа плебейская, гордыни кажется глупей, в ней воровство под гнетом совести, все в ней, как в той священной повести. Не любострастуй, не убей, библиотека с корнем Библию, не угождает слову гиблому, приемлет светлые слова. Откроешь книгу, под обложками воздеты руки, вверх ладошками, и к ней в поклоне голова. Спасибо, мои хорошие. Ага, свечет.